Доброе утро. Вот на всех тут яичницу жарил. Я съем, наверное, яйцо либо два, но я не особо люблю, поэтому, наверное, яйцо у меня только влезет. Тут колбаска вареная и сыр и помидор и кофе я буду. Вот. Слушайте, мы поехали в Сиктельпрофи. Я просто надушилась. Вот. Я, в принципе, ничего не ела. Вот жую жвачку. Написано, что она без сахара. Вот так вот. Сейчас салфетки еще возьму. И в путь. Просто свекрови надо там закупиться. Мы просто посмотрим цены. И потом когда-нибудь мы тоже все обновим. Мы ходим, и как всегда, не знаешь, куда зайти и где подешевле. Просто ходишь, да? Смотрите, это в Сиктельпрофи мы были, и что купила свекровь. Она решила купить нам вот это трусяшки Максу. Смотрите, какие трусики, Даньки. Вот такие. И вот такие вот машинкой прикольные. Вот эти вообще интересные. Это, смотрите, мне. Ну, я тоже выбирала, просто смотрела. Вот такие вот черные. А здесь вот такая вот кружево, а сзади просто хлопковая ткань. Там Данька играет. Сейчас гулять пойдем уток кормить. Вот решила вам показать. И вот такие вот, смотрите, какие классные. Это бесшовные. Я хотела, конечно, беленькие. Я люблю классику, но белых не было. Ну, пришлось такие взять. Они такие желтые. Ну, классные. Я люблю бесшовные трусики, потому что вот в джинсах... Я не люблю, когда вот идешь, и у тебя видно трусы, шов. Вот такое вот полотенчико. Тоже Даньке ручки вытирать. У него нет маленького. Вот такое вот маленькое, хорошенькое. И вот такое вот еще. Тоже такое. Они такие мягенькие, красивенькие. Вот здесь только такой узорчик, и все. И вот такие вот мне джинсики. Вот, они как леггинсы идут. Сейчас. Вот так вот. Лучше, может, видно будет. Вот. Видите, вот такие. Вот, видите, вот такой вот цвет. Сзади кармашек. Вот такие вот. Но они мне немножко по длине длинные, потому что я ростом маленькая. А насчет цен, если интересно, 100 рублей, наверное, рублей 60, не помню, рублей 40, 60, а может и больше, не буду врать, не помню, вот эти 45, эти 70, не помню, и джинсы 650 рублей, вот как-то так вот. Макс смотрит фильм, я лежу, сижу в телефоне, вот, уже в пижаме. Сегодня я не засняла вам вас почти ничего, пардон, сегодня такой день выдался не такой, который я планировала, поэтому вот, мы утро ходили, покормили. Что? Что-то не мешать мне, что ли? Да. Убавь. Или выключу. Вот, сейчас буду Максу не давать смотреть фильм. Нечего. Дай-ка еще бегает, он там играет с бабушкой. Вот. Думаю, завтра продолжить этот влог, чтобы два в одном было. Вот так вот. Сегодня уже новый день, так что да, доброе утро. Продолжение вчерашнего, будет один влог. За два дня. Вот, то, что вчера так не получилось заснять. Сегодня мы кушали, кстати, овсяную кашу. Да, я уже начинаю реально косячить и забываю снимать. Но я реально просто попила кофе и съела овсяную кашу. Почти не соленую и не сладкую. Да и вообще, просто есть не хотела и так немножко поела. Сегодня вечером я поеду в больницу. Сегодня приедет моя мама, она с Даней посидит, надеюсь, а Макс меня довезет. Не причесывалась. Вы вот так делаете или как? Или вы сразу проснулась, пошла причесываться? У меня такого нет. Я проснулась, волосы заделала, пошла готовить там кушать, умываться. Вот. Как-то вот так у меня происходит все. Надо уже ногти будет переделать, потому что они прям отрастают очень хорошо. Вот. Ну, в принципе, так-то, ну, они не отлетели, ничего, но отросли.
А еще у меня еще сейчас кисти надо помыть. Короче, сейчас я наберу все кисточки, которые я вчера красилась, мазюкалась, надо так все помыть. Вы моете кисти часто? Вот, набрала, сейчас в ванную пойду со всем этим. Два полотенчика, вот этот покупала в Ленте, вот такое мягенькое и очень красивое, мне оно нравится. Вот это вот, ну это нам для рук, это вот Даньке, беленькое вчера покупала в этом. Где мы были? В Текстиль Профи. Вот. Даньке беленькая пусть висит, а это нам. Темненькая, беленькая, красиво, мне кажется, вообще хорошенькие полотенчики. Закинула стирку. Как кисти мою я? Все намочила, взяла детское мыло. В данном случае у меня Данина. И вот так вот беру, намыли вот эту самую грязную кисть. Ну, как, в смысле грязная вся в тоналке, видите? Вот, куча тоналки. Так вот намыливаю, намыливаю, намыливаю. Прямо об ручку могу помыть. Так вот смываю. Ой. Все вот самое грязное я много раз намыливаю, чтобы прям все отмыть. Видите, становится почище. Вот почти чистая кисточка. Вот так со всеми проделываю. А кисти сушатся. Положила на свою старую футболку, маечку. Пусть здесь немножко посохнут, вода постечет. Вот, и они чистенькие. Конечно, вот его надо покупать уже, вот смотрите. Все, он уже износился. Кончилось. Закончилась его жизнь почти. Ну, пока он у меня будет, пока я не куплю другой. Вот, а кисточки прям обожаю с Алиэкспресс. Они недорогие и прям классные. Мне нравится, мне ими удобно пользоваться. Вот именно вот этот вот комплект, вот из этих маленьких кистей. Они вообще все классные. А вот этот другой комплект, это длинный, да, но я ей только пользуюсь в основном. Вот, а эти так. Ну и вот этой. Слушайте, мы одни такие, которые купили, и она не работает. Или у кого-то она вообще работает. Это зарядка. Это кака. Не знаю, как это назвать, потому что она... Ее вот втыкаешь на зарядку, саму ее, вот здесь вот мигает огонечек, она как бы заряжается. А когда к телефону подсоединяешь, то никакой зарядки не идет. Вот. Как-то вот так. Печально. 200 рублей просто так вот на ветер. Прикольно вспомнила, что у меня есть такая вот тоже джемпер. Да-да, джемпер тоже. И цветом такой же, как у Дани. И у него тоже джемпер, у него только этот. Как его? Скрудж-мандак или кто у него? А у меня это мини. Так прикольно, да? Смотрите, у меня как будто такая модная прическа. Ладно, я подурить тоже люблю. Но мне нравится. Прикольно. Да, Дань? У меня есть цветочек. Розочка белая. Но она не моя. Мы подарим моей маме. У нее юбилей, день рождения. Макс уехал. Я послала его на почту. Стекло мне пришло с Алиэкспресс на телефон. Да, иди сюда. Не знаю. Песик на улицу гуляет. А потом Макс поедет в этот, в газовую службу. Ну, не газовую службу, а как его там? Ну, за газ, когда вот платим, и вот туда он поедет, в этот офис. Да, баба идет, бери цветочек. Вот, и там, короче, у нас большая сумма пришла, разбираться надо будет. У меня здесь варится рис, это я готовлю на ужин. Красный рис. Потом... Здесь вот корочка, что, если вам интересно, что здесь, это в сметанном таком соусе я залила. Сметана, специи, с водой и с мукой. Ну, вот этим я залила, так она у меня сначала обжаривалась. Лук, чеснок, помидорка, специи, соль. В принципе, все. Вот, и она вот так вот жарится. Вот это будет, это еще какой-то салатик сделаю. Баба купила вот такие вот конфетки. Они смахивают на M&M's, то есть вот такие пандочки внутри. Сейчас вам покажу. Эти пандочка. Вот,
типа пандочка, раскрываешь, там два вот этих шарика. Вот, это глазурь белая, а внутри просто шоколад. Прикольно, вкусно, кстати. Как и мандемсик, даже вкуснее, понежнее будет. Мне понравилось, я попробовала. Прикольно. Думаю, сейчас поразбирать его игрушки, там лишнее отобрать. Вот. Что-то сломанное вообще выкинуть. Макс у меня спит, как всегда. Он устает, он сегодня отрабатывал. Ездила я в больницу. Ничего нового пока не могу сказать, потому что мне самой ничего не сказали. Стоит поехать в больницу с какой-то проблемой, ты ее решаешь, да, у тебя все хорошо. Приезжаешь и думаешь, все, я больше не поеду по больницам, и все будет хорошо. Но в итоге у тебя опять какие-то возникают проблемы, и приходится опять ехать к другим там врачам и другие проблемы. Вот. Как-то так. Но знаете, вот многие говорят, фу, такая молодая, ходишь по больницам. Ну, я имею в виду не то, что даже про себя, а просто когда вот видят, что молодая девушка идет в больницу. Но вообще надо лучше с молоду вообще беречь свое здоровье, потому что дальше хуже. Вот, лучше, пока молодой организм, он и будет лучше бороться с болезнями всякими. Вот, и я не считаю в этом ничего плохого. Надо будет кое-какое белье снять. Ну, теперь все в воду скомандовал папа гусь. Тренировка начинается. Он повернулся к медвежонку и пояснил. Гуси должны хорошо плавать, поэтому мы постоянно тренируемся. Утром, в обед и вечером. Весь день испугался Арчи. Нет уж, спасибо. Я смотрю видео на YouTube. Даня уже уснул. Макс мне не дает монтировать. Поэтому видео выйдет не вечером, а завтра утром. Получается, что так. Макс, потому что занят своими играми GTA. Мой ноутбук накрылся, поэтому я монтирую на его компьютере. Вот. Сейчас еще посмотрю немножко ролики на YouTube блогеров, которых я смотрю. Их совсем мало, конечно. Вот. Просто я давно не смотрела. Вот, пересматриваю некоторые интересные для меня видео. Вот так вот. Всем спасибо. Буду заканчивать этот влог, этот день. Всем пока-пока.